Здорово, ребята, с вами Дима Грант, и это у нас на обзоре пятерочка Euro Truck Simulator 2, ребята. Это машинка для тех, кто уже заработал себе много миллионов, и пусть работают рабочие. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что в этой есть пятерке особенного, что вообще в ней есть, мне интересно. Ну, гляньте, по стандарту заменяется на DAF, ребята, и сколько она стоит? 98 тысяч, это пиздец. Ой, пардон, зама... Что у нас тут? Ничего, здесь тоже ничего. Ой, блин, нифига, 360 лошадиных сил. А, 70, да, с пометкой, да. Наверное, давайте такой поставим, подешевле будет. Хотя нет, пусть такой стоит. Ой, ой, в салоне-то лакшери, ты глянь, красненькая обшивочка. Вон, даже приборную панель подшаманили, ты зацени. О, и светом мы можем на... кулебинить. Так, нам нужен такой, знаешь, темно-салатовый цвет. Темно-салатовый. Темно-салатовый. Нет, ну какой-то вот такой темно-салатовый нам нужен цвет. Ай, ладно, может белый или не. Нужен срочно темно-салатовый. Темно-салатовый срочно нужен. Типа такого цвета. Смотрим, что у нас тут по дискам. О, гляньте, что это такое. А, о, еще брызговики. А куда еще, ё-моё? Мне не нравятся такие брызговики вообще. Это... Не надо машине. О, семерочные тапочки. Тапочки, семерочные тапочки. Можно столько пост... Можно вообще от таких КамАЗиков поналепить, в принципе. О, с вами ничего не будет. Кстати, колхоз. Колхоз, ребят, это... Видите, там что-то туда засунули, и поэтому колхоз. Ну, в принципе, все. Тут нет никаких таких вот... О, там в шине и шина, вон, да, прикол. Так, а где наша-то? А, вот наш стоит, да? Ну, пусть такая стоит. Что у нас тут по шинкам? Можно от семерочки поставить, можно опять же колхозки. Что? Не знаю, они, по-моему, даже отмылись. Так, о, да, вот такие вот покрышечки, сам раз по нашим-то дорогам, ребята. Вот, такие тут маленькие они. Давай такие поставим, да. Нет, что-то не то. Вот, давай такие поставим. Глянь, какие прям маленькие стали, да? Что это у нас тут такое? А, пластик и все. Так, ну ладно, пусть тоже такие, типа ржавые. Ну, что там? О! А спереди мы поставим, знаете что, ребята? Так, каким диски мы сейчас сунем. Сунем, я тебе говорю. Сунем. Что-то мы сейчас сунем. О, давай, давай сейчас этот КамАЗа чем-нибудь засунем. Еще закрасим это все дельце. Так, я пойму. Прикол не пойму. По сути, это диск, да. Чё нам не дает покоя? А, или это все от подкрышки зависит. Ну ладно, пусть такая стоит. И вроде все, что мы можем с ней сделать, да? В принципе, да, по салону, что у нас тут? Так, тут задок. Ну, в принципе, так и нормально выглядит. Цвет немножечко неудачный, я выбрал, нужно еще потемнее вот такой сделать ее. Так, и тут были. И тут, ну, тут, да, тут ничего. Вот, видишь, приятный салон. Ладно. Вылезти что-то у нас никак не получилось. И давайте ее купим. Блин. Ну ладно, давай купим. Вот. Евро. За пятерку. Она на заводе. Это завод ты, в этой игре. Вы смеетесь, господа? 100 тысяч евро, ребят. 100 тысяч евро. 100 тысяч евро, ребят. Ну, АОС. О, кстати. Нифига она рычит. Да, со звуком проблемы у нее. Ну, это нормально, более-менее. Так, что я хочу посмотреть на ней. А, фары, вот, смотрите, левая, да, вот, точнее, правая.
А, с краю не горит. Ну и нахрен надо, чтобы с краю горело. Так, одновременно, естественно, они горят. Салон что-то там тикает, но я что-то не вижу, где это тикает. Надо поближе сесть. Ой, не сюда. И все, что ли? Блин, за такой прям капот удобно видно. А, у нас же тут тахометра нету. Так, ну ладно, выезжаем. Выезжать будем сейчас в экстрадерна. Так, подожди, стоп. Зацените, да, прикол. Там уже сразу все горит. Ой, ёпт. Да, прибор на панели надо оживлять, ребятки. Сейчас, нормально все будет. Сколько же на ней передач? Руль, я так понимаю, неровно стоит вообще, да? Да, он руль неровно стоит. Так, ну поскольку мы на пятерке, мы можем все что угодно сделать, прям просто взять, вот тут развернуться, я тебе говорю, это пятерка, брат. Все, и нам надо вон туда сваливать. О, спидометр зашевелился, ребят. Сколько же мы уже едем-то, а? А, ребятки-то, секундочку, у меня здесь поднастроена под дрифт машинка-то, надо это все убрать. Убрать. Убрать это все. Так, сейчас, секундочку. Сейчас сегодня с руля добавлю сюда вообще. Не знаю, как она попрет у нас. О, блядь, что-то нихуя не идет. Теперь. Так, пардон. Где это не сюда? Вернуть побольше сделать. Половинку. Как она рычит-то у нас, да? А, он, видите, да, помирает. Эти, как его там называют, зеркала. Я хочу их поднастроить. Так. Левая, ну. Угу. Отлично. Переднее правильно, боковое. А чем правая от бокового отличается? Ну-ка. Понятно. Надо правым. Сейчас, я вообще в зеркалах хер что вижу, тебе говорю. Это хоть машину вижу. Все, валим. На сходку. Боком. Сейчас включу спидометр, ребят, чтобы вам видно было, сколько эта малышка поедет. Да и похеру уже, вон уже 60. 11-я передача? Вы серьезно, ребят? 12-я передача? Что за движок-то там стоит? Надо было там другой ставить, нестандартный. Он, видишь, прям подтупливает. Зеркала, давай сдвинься, ёппа. Бля, просто. Пошла. По-моему, да и нормально живем сегодня. Сегодня мы блатуем. Че, сотка? Все, сейчас она помрет, я тебе говорю. Что это? Что это? Блин, реально, зеркала просто помирают тоже. Не смотришь таких у них. Ну, вот видно, что стоит вот так. Обращаешь на них внимание, они работают, начинают. Че, все что ли? Господи, это все. Да. О, мы еще в горку подыхаем. У нас КамАЗ там уже сдернет, я тебе говорю. Нету дальше передач почему-то, к сожалению. Мы больше сотни так и не разогнались с вами, ребят. Кстати, подлоку... О, да. Я понять не могу. О, что она может-то, ребят? Так и сразу не скажешь, что говно. Так, ну-ка. Нам
нахуй. Как-то так. Батька. Звук вообще плохой, ужасный. Нету, точнее есть текстура, а не, короче, не с модельной нифига. И эта машина весит 400 мегабайт почему-то. Блин, ну это все говорит о чем-то, как давно-то, я не знаю, ребят. Ну ладно, я ссылочку в описании я оставлю на эту машинку, вы скачивайте на нее, кайфуйте, катайтесь, попробуйте другую коробку воткнуть, может быть, она будет валить у вас. Всем тортика, рулетика, ссылочки вы все самые. Ой, все ссылочки в описании, ребятки. Пока-пока.